Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 21 июня 2022 года. Какой вербейник, красавица! Поливаю его, пою водой. Вообще обожаю его. 8 часов утра, 30 градусов жары. Наконец-то отходят мои красавчики. Отходят розы. Ну, тоже хилые. Иду в теплицу, хочу сделать небольшой обзор. Делаю обзор теплицы каждую неделю. Мне самой интересно смотреть, как за неделю растения подрастают. Здесь вот у меня низкорослые. Балконное чудо красное. А здесь у меня смесь низкорослых. Пиноккио и вишня. Золотая вишня вроде бы. Если не ошибусь, не знаю, золотая это значит желтая, но вырастет. Картинку потеряла, надо посмотреть. А это вот, вот это вот Пиноккио. Посмотрите, хорошенькие. Если будут хорошенькие, вкусненькие, я с них семена возьму. А вишню, не знаю, посмотрю. Если понравится, возьму семена. Это не гибриды. Вот попало все это вишня, наверное. Не знаю. Короче, посмотрю, что мне будет нравиться, буду семена оставлять. Их я не посынкую. Огурчики. Видите, как я начала вести огурчики? Два ствола. Как я говорю, до рейки у меня все посынкуется, все убирается. А потом делаю разветвление. И здесь у меня низкорослые. И здесь еще вот такого подрастет. И сделаю туда разветвление. У меня будет три ветки. Из трех веток будем собирать урожай. Это какая-то плохая ветка у меня. Это наша Маша. Так, не на всех еще я сделала. Вот, сделала. И буду смотреть. Здесь высокорослые, если высоко сильно. Но я сильно не даю помидорам расти высоко. Я 2-3 ветки оставляю и убираю. У меня на улице их полно. Так что мне лишь бы покушать теплицы. Буду подкармливать. Завтра, наверное, буду бодягу наводить и подкармливать последний раз. А потом буду браться за улицу. Очень стрессуют, листья скручиваются, хотя влаги хватает волю. Ну, вот посмотрим здесь. Вот яйцо перепелиное или гусиное, не знаю, какое-то. Так, мои дорогие друзья, подросло все неплохо. Здесь Санька не посынкую вообще. Не посынкую. Пусть растет, как его создала природа. Пойдем сейчас с той стороны посмотрим. Это вот что я пересаживала томатики, попосынковала их. Здесь у меня больше золотой гребешок. Все пасынки поубрала. Ну, где оставила по два, где поставила по одному. Где редко. Большинство по два у меня получилось. И огурчики. Вот видите? Пасынок пустила. Пасынок пустила. Пасынок пустила. Потом еще, если пойдут пасынки, вот по потолку сюда поведу. Черный маур. Отличные. Это вот подрастут, ему будет свобода, черному мауру. Уберу эти огурчики, уберу и листочки уберу. Ему будет нормально, свободно. Здесь не посынкую, ничего не делаю. Здесь золотой Санька и красная шапочка. Это не надо посынковать. Здесь тоже сделала, пасынок пустила. И хочу еще один немножко повыше вот сюда пустить. Здесь тоже вот черный у меня мавр. Что-то заросли какие-то получились. Я его... не углядела. Ну что, пускай простор, пускай растет зарослями. Посмотрим. Сейчас ненужные, особенно пасынки, уже зацветает, жалко убирать. Ну ладно, пускай так будет. У этого уберу только. Вот. Лишнее. Чтобы не мешали. Надо ж так, я упустила его. Вот здесь уберу. Оброс он у меня. Так, там уже зацветает, жалко. Вот оно уже начал завязываться. Пускай
как получился, пускай таким растет. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Сделала я обзор теплицы. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания, до новых встреч. Показала вам, как веду уже второй ствол. Начала вести на огурцах. Пока.